Далее говоря. Далее говоря. А дед Саша мне говорит, что он возил патроны. Он, наверное, сказал, да я патроны возил. А завтра приехал в Сталинграде, остался, что он Павлик возил патроны, и все, что он не появился. Я говорю, что он ебашит. А он остался в Сталинграде, возил патроны, знаешь, что это значит? Соответственно, ну я так думаю, что он ездил на, он сделал себе джип военный и поставил пулемет, и у него патронов дохуя там, он подъезжал их ебашил, он ездил их ебашил с пулемета, этих, как его, фашков, итальянских. Сейчас по Сталинграду, знаешь, это как в этом, как в Марио, как в Супер Марио, понимаешь? Что он подъезжает, хуярит, дальше едет, сейчас охуеют! А он на мини подорвался, его пятку оторвало.